Пальто не подходит по цвету, рубашка не застегивается, брюки малы. Если вы не знаете, куда деть ненужные вещи, отдайте их тем, кто нуждается. В Гродно по адресу улица Академическая, 2, действует пункт приема и выдачи вещей, бывших в употреблении. Время работы с 9 утра до 4 часов вечера ежедневно, кроме субботы и воскресенья. Здесь всегда рады помощи неравнодушных жителей Гродно. Главное, чтобы вещи были чистыми и пригодными для носки. Впереди надвигается уже осень, холода. Основной контингент людей, который нам приходит непосредственно за одеждой, это люди без определенного места жительства. А поэтому, если у вас есть возможности и у вас есть, имеются теплые вещи, которые вам больше действительно не нужны, вы можете их к нам привезти и оставить для того, чтобы люди могли в холодные вечера накрываться теплыми вещами, укутываться.